течение 2 часов со сцены звучали песни военных лет. Участники исполняли хореографические композиции. Выступали коллективы города-курорта. Казаки исполнили марш «Прощание славянки». Гостями праздника стал ансамбль песни и пляски Южного военного округа из города Ростов-на-Дону. На вечерней сцене и жителей, и гостей приветствовал глава города-курорта Юрий Поляков. Один из главных дней в календаре города воинской славы завершился праздничным салютом. Дорогие анапчане, гости города, города воинской славы, 73 года назад наш советский солдат установил знамя победы над Рейхстагом. Я хочу вас всех поздравить с Днем Победы. Сегодня это победа, наша победа. Всем удачи, здоровья. С Днем Победы!